Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Татьяна Африкантова в видеотрансляции поделилась новостями о своей дочери. К Марине недавно приезжал Андрей Чуев и умолял девушку вернуться к нему. Марина же боится Чуева и возвращаться не собирается. Он даже пытался похитить Африкантову из подъезда ее дома на глазах у родителей. Виталий Малышев и Вальтер Соломенцев отправились на остров любви. По слухам, на остров отправили еще и Марину Африкантову, из-за чего очень расстроилась ее подружка Маша Кахно. Сеть взбудоражена новостью об увольнении Ольги Бузовой из проекта «Дом-2». Об ее уходе заявила в эфире Саша Черно. Бузова сейчас больше увлечена музыкальной и театральной карьерой, чем работой на «Доме-2». А Бузова опубликовала в микроблоге любопытное фото. Похоже, что у девушки появился новый возлюбленный. На одном из снимков она изображена с шикарным букетом. И, судя по выражению лица, Бузова счастлива. Сергею Захарьяшу пришла новенькая участница Саида. Девушка сказала, что она переписывалась с ним, и он звал ее на проект. Сергей же утверждает, что это провокация. Якобы Саида просто подделала переписку с ним, чтобы красиво прийти на проект. Кстати, Захарьяш не уверен в чувствах Лилии Читрару к нему. В недавнем эфире он вообще заявил, что она пришла на проект, чтобы сделать себе пластику и потом зарабатывать этим. Двое ребят на острове сдружились, это Алексей Купин и Стас Дегтяренко. Два бывших гребца, они с первого дня нашли общий язык. Недавно в сети появились слухи, что Тату Блюменкранц увезли по скорой в больницу. Рожать, правда, ей еще рано, до родов полтора месяца. Валера опроверг эти слухи. Таточка сейчас вся в домашних делах, облагораживает наш дом, готовится к появлению малыша. А я мотаюсь по городу, докупаю все необходимое для ребенка. Вика Романец в очередной раз крупно опозорилась. Ее подвело незнание правил русского языка. Многих рассмешило то, что она делает элементарные ошибки и пишет неправильно простейшие слова. Жене Феофилактовой в последнее время то и дело приписывают какие-то романы. Женя опровергает эти слухи. Сейчас она активно развивает свой бизнес. И все мужчины, которых она встречает на своем пути, это просто коллеги. Алиана Устиненко и Саша Габозов, похоже, в очередной раз расстались. «К черту прошлое», – пишет Устиненко. «Оно мешает мне быть счастливой в настоящем. К черту все, что было, я счастлива, а это самое главное». Настя Костенко, которой достался муж Ольги Бузовой, а также ее дом, ее вещи, похвасталась в сети новым дорогим автомобилем. Возможно, что новенький «Мерседес» презентовал ей Дима Тарасов. Катя Гужвинская приняла участие в фотосессии для журнала на тему пластической хирургии. Журнал «Дома-2» публикует ретро-снимки. Это старые фотографии Сергея Пынзаря. До прихода на проект он около 2 лет работал в питерских стрип-клубах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.